1 января 2022 года те жители городского округа, которые имеют льготы, получат право бесплатного проезда на коммерческих маршрутах. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Таких маршрутов в нашем городе три. Будет предоставлено право бесплатного проезда на муниципальных маршрутах номер 19К от ЖД станции Химки до торгового центра Ашан, на маршруте номер 62К от ЖД станции Химки до аэропорта Шереметьево и на маршруте 20К. От аэропорта Шереметьево до торгового центра Мега. Право бесплатного проезда в маршрутном такси получат федеральные, региональные и муниципальные льготники, ветераны Великой Отечественной войны и другие. В данный момент отдел транспорта городского округа Химки подготавливает соглашение с перевозчиками.